1669 случаев зарегистрировано за неделю, это на 7 случаев больше, чем на предыдущей неделе. Основная масса заболевших – это дети, 1112 случаев среди детей, и это на 45 случаев меньше, чем на прошлой неделе, но все равно выше эпидпорога. Противоэпидемические мероприятия и ограничительные мероприятия продолжаются. Некоторое снижение отмечено среди группы школьников на 108 случаев, но, скорее всего, за счет уменьшения обращаемости, за счет того, что введены ограничительные мероприятия в общеобразовательных школах. Что касается обращаемости на скорую помощь, она также возросла со 189 до 220 вызовов в сутки, за неделю. Количество госпитализированных продолжает сохраняться на достаточно высоком уровне. 90 детей за неделю госпитализировано за детскую больницу с ОРВИ, бронхитами, пневмониями. Количество койко-мест достаточно на сегодняшний день. На 84 койках инфекционных находится 81 ребенок. И на 20 коих неврологических перепрофилированных под ОРВИ 7 детей. То есть свободные места в детской больнице имеются. Взрослые госпитализируются в инфекционное и пульмонологическое отделение.